Главная транспортная артерия Кохмы вскоре изменится до неузнаваемости. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» началась реконструкция улицы Ивановской. На эти цели выделены 343 миллиона федеральных средств. На сегодняшний день работу уже начали. Идет активная фаза, первый этап. Это вынос коммуникаций, подготовка для дальнейшей работы. Контракт был подписан 9 июля, подрядчик «Дормострой». Проектом предусмотрено уширение проезжей части до 4 полос вместо существующих 2. Замена опор наружного освещения, обустройство новых остановочных павильонов, светофоров, тротуаров. Изношенное дорожное покрытие заменят на новое из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона с применением стыковочной битумно-полимерной ленты, которая обеспечит долговременное соединение коммуникаций. Это может затруднить движение, но перекрывать дорогу полностью не будут, только частями. Сложность объекта в выносе коммуникаций. У нас мы выносим газ, выносим водопровод. Очень интенсивное движение, то есть мы перекрыть дорогу не можем, да, полностью. Как я уже сказал, мы будем перекрывать... Ну, оставлять будем именно 2 полосы, чтобы разъехаться машинам обязательно. Вот. Очень много кабелей электрических, в общем, дамба. То есть там целые сооружения, которые требуют. Естественно, я так понимаю, что жители Кохмы, да, будет отключение, наверное, газа, отключение водопровода. Но это все вместе с администрацией все согласовано. Администрация будет оповещать заранее жителей. Я думаю, что неудобства будут, но каких-то больших там неудобств мы не доставим жителям. Что касается общественного транспорта, он будет работать в штатном режиме. Правда, на одной из стадий ремонта потребуется перенос контактной сети, но его планируют провести в ночное время, чтобы не нарушать график движения электротранспорта. По планам, ремонт должны полностью завершить в ноябре. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.